Рассказывайте, Эдвард, Аня, что вы теперь умеете делать? Мы с Анной прямо как Бонни и Клайд. Покажи инструмент. Надо было приходить не с шарфом, а с шапочкой. Я весь в пыли, посидел раньше времени. А мне явно нужно подкачаться, чтобы резать эти железные штуки. Эти железные штуки вообще-то называются профили. То ли еще будет уроки, школы ремонта только начались.